Почему буреет хвоя на туи? Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы рассмотрим, почему же буреет туя во время зимы и после зимы, ну и осенью. То есть рассмотрим, что это такое и нужно ли этого бояться. Ну вот, рассмотрим на примере туи колоновидной колумна. Как видите, вот туя, конечно, не такого ярко-зеленого цвета, но это весна, поэтому все это как бы нормальные вещи, нормальный процесс. Не надо бежать в магазине, паниковать, покупать препараты какие-то для того, чтобы это все исправить. Я думаю, к маю месяцу она будет ярко-зеленого цвета. То, что она желтая, ничего страшного, это от холода. От холода, естественно, и от мороза, от холодного ветра и от мороза. Вот случается такое. И растение маленькое, еще не укрепившееся, потому что большие у меня стоят довольно красивые зеленые туи, которые высокие. Когда она укрепится, подрастет, будет ей лет 10, то она будет постоянно зеленой зимой. А сейчас, как можете видеть, вот которые были хвоинки на солнце, то бишь прямые попадания солнца, то получается, что она, видите, покоричневела, побурела. Ну, а снутри она зеленая вся. Она живая. Если она гнется, то она живая. Если она ломается, то она высохла уже. Ломается и осыпается, то она высохла.